Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и несколько дней назад обновился Лунтик Эйр, месть из Ямайки. Это, вы знаете, я вам скажу, самый смешной Лунтик X, в который я вообще играл, но он как бы не X, он R. Это мы все прекрасно понимаем, но вы поняли, что я имею в виду. Поэтому, короче, был бы грех не посмотреть, что ж тут изменилось, что тут стало как-то по-другому. Давайте посмотрим, во-первых, нажимаем мы, короче, играть. Ой, что нового? Походу там написано... Ну ладно, пофиг, ладно, я уже начал, все, давайте мы будем сами смотреть. И сами разберемся, что нового. Ямайка — прекрасное место для отдыха, но не для работы. Однако и там есть свои червяки. Сейчас же, после вторжения одного придурка на пруду, стало потише. Опять же, ненадолго. Ведь к ним наведается новый старый родственник Лунтика из Ямайки, который хочет убить его. А пока его нет, Лунтик, Кузя и Мила играют с мячиком. Кузя. Лунтик, хорош субтитры читать. Милость пьянства загнала гусениц на цветок. Помоги, что ли, ленивое ты существо. Так, вот тут надо Enter нажимать. Прости, у меня такое чувство, что я скоро сдохну или отравлюсь. Ты, блин, Ванга подзаборный, идем, окей. Так, блин, мяч укатился. Лунтик, иди сходи за ним, я ногу просто подвернул. Мяч же из бетона, Мила его отлила в кузнице. Ага, вот я сразу, в принципе, и вижу изменения. Первое изменение заключается в том, что поменялось абсолютно оформление. Поменялось оформление, добавились, по-моему, вот эти вот жесткие механизмы умерщвления. Ну, давайте посмотрим, поменялась ли пасхалка со мной. Сейчас проверим, надо вот добраться вот сюда. Оп! Декарт! Так, о, я как раз заливаю видео про тебя. Ничего, что ты на Ямайке? А я не заметил. Так, ладно, мне надо бежать. Понятно, в этом плане ничего не изменилось. У меня по-прежнему такое же упортое хлебло. Я по-прежнему сижу там, развлекаюсь на Ямайке, кайфую. Вообще классно, класс, спасибо, автор, что засунул меня. Я реально туда бы это самое съездил бы с удовольствием. В конце концов, регги люблю. Я реально регги люблю, очень хорошая музыка. Все дела, плюс, ну... Сольце, пальмочки, песочек, да, вот. Это же тоже все прекрасно. Итак, знакомимся, да, ну, многие из вас уже его знают. Ну, кстати, может, кто-то не видел предыдущие серии Лунтика R, поэтому сейчас познакомиться. Здравствуй, братишка! Лунтик, ты свечишься зеленым пламенем счастья и течешь по реке судьбы, малыш. Кстати, ты сейчас умрешь, дитя цветов. Итак, Лунтик О, слушайте, раньше такого не было. Здесь, короче, реально добавились вот эти пилы, походу, вообще везде, где только можно. Ох, блин, как же он себя запустил. Надо все рассказать Кузе. А то все утонут в листьях пальмы этого психа. Кузя, на меня напал Лунтик Эр, помоги мне. Он из Ямайки. Несмотря на то, что там хрен где найдешь работу, он все же смог стать криминалистом и хочет всех порешать. Надо спешить. Братан, все, чики-чики. И ты туда же, блин. Че мне делать? А, понял. Пойду все Миле расскажу. Мила, помоги мне. Спустя 15 минут разговора с Лунтиком, Мила согласилась помочь ему. Хотя ни хрена не поняла, что он только что рассказал ей. Так что жми пробел, я устал печатать тайм-карды. Ага, так, тут, в принципе, как бы добавилась одна пила. Но только единственное, нахера не понятно. А ну, сюда вниз можно, что ли? Нет, нельзя. Зачем там эта пила, автор? Объясни мне. Туда даже добраться нельзя, типа. Она как меня может повредить? А это что такое? Смотрите, какие-то зеленые символы. С, по-моему, написано. Секретка какая-то или типа того, не знаю. Пасхалочка, может, для самых внимательных. Ну, я заметил, правда. Саша-то, ца, какой-то такой красивое граффити. Или граффити, хер его знает. Ну, ладно, мы, короче говоря, дальше летим. О, здравствуй вновь. Здравствуй, мила. Ой-ой-ой, все, полетели. О, да, это музыка. Блин. Не могу, это реально угарно. На замедление это угарно. Такой адский растаман, конечно, это дичь. Находил я, кстати, блин, песню эту. Вот, я на ютубе я нашел. Я умудрился, не помню уже какими путями, найти оригинал этого трека. Потом опять потерял. Ох и приставучий, это растаман. У вас что, все такие? По большей части да, но все равно надо всех уведомить об этом происшествии. Мы потеряли Кузю, но мы не потеряем других. Ты со мной, Мила? Мила? Да, значит, я один. Долго Лунтик добирался до других жителей, ведь он устал. Но при этом сами жители были в 20 метрах от него. Но все же спустя долгих 15 минут он собрал их и настроил против Лунтика Эр. Что-то я не помню вот этого абзаца конкретно. Ну ладно, тут пробел, смотрите. Насколько я помню, здесь нет никакого смысла вообще что-либо нажимать, потому что Лунтик Эр тебя просто убивает, и все, тебе надо подождать. Пчелёнок!
Обожаю пальмы, я очнулся. Убьем же сторонников пруда. Ха, подумали я про той гибаунь критик, который только умеет курить. Я покорил пруд, я, прощайте несовершенственные. Я улетаю на Ямайку, на родину мою. Вместе с вашими отямаечными друзьями. А он ушел, что же делать? Остались только мы с Милой и... А, блин, он других отъемаечнил. Что мне делать? Я тебе помогу, я отрезвела. И пошли они пешком до аэропорта. При том, что сам аэропорт был в 20 километрах от пруда. Ну и через какие-то 4 часа они попали туда. Но он, блин, был закрыт, они ждали 13 часов, после чего аэропорт был открыт. Но они слишком рано пришли, еще сидели 2 часа. Ой, да ладно, давай, перематывай. Так, вот здесь, по-моему, я так понял, ничего не меняется. Опять-таки, немного поменялось оформление во время битвы вот этой, когда пчеленка загандонили там очень быстро. И теперь нам на Ямайку 2 билета. Что? А, да вот же я вам дала. Ну чё, пошли, нам со скидкой дали. Ну чё, пошли, наш выход. Хватит нюхать стулья. 13 минут спустя. Обожаю первый класс. Здесь жить можно. Я заказала мороженое с алмазной крошкой. Это ж бесплатно. 16 часов спустя. Лунька, у тебя случайно нет 16 740 баксов? А ты там немножко с собой взяла, еще надо услуги и блюд заплатить. Смотрите, ну услуги вроде бы... Да, услуги не поменялись. Обновление обновлением, а аппетиты Милы, они меняться не собираются. И золотой унитаз с собой... Это по-прежнему важная деталь, понимаете? Мила не может без этого. Ну не может она свою... Она же божья коровка, да? Свою божью коровичью сраку усадить, не иначе как на золотой унитаз. Так, тут побег от хитманов, побег от агентов 47, в принципе, тоже все как обычно. Ух ты, эти домики даже лучше твоих куличей, Мила. Ладно, нам надо бы найти Растамана, убить его раз и навсегда. Но где он? Не может же он свалиться с неба? Блин, чё, я с неба упал, а? Чё вы здесь делаете, уроды? Поздно, меня не остановите, ваших друзей тоже, ва-ха-ха! Горло пересохло. Верни наших друзей, а иначе ты вернешься к своим мертвым предкам, бич! Да, это каким предкам? Вы бы меня изгнали, только вот не задача, я не один. Получается, я по праву должен вас убить и унизить, ха? Да начнётся би! Да начнется би. Замечательная фраза. Вы правда думаете, что Лунтик и Мила будут сражаться против Лунтика Растамана одни? Нет. Ну ладно, это можно не читать, тут в принципе все понятно. Гранаты какой? А, на Enter гранаты. Ctrl-Shift. Все, я понял. Все, я все понял. Оформление точно поменялось. Смотрите. Оформление точно поменялось. Это 100%. Все стало более мрачным, жестким. Как и положено, знаете, в финальной битве. В великой игре, знаете, игра эпичная, великая, она должна закончиться соответствующим образом. Это логично. Так, смотрите. Я должен распылить пуп. Так, распыляем пупа. Все, пуп распыляется по полной программе. Все, он становится обычным, нормальным. Достает. Я могу лечиться у Кузи? Да, в принципе могу, но это не особо нужно, потому что здоровье они ни хрена толком не отнимают. Давайте уберем вот этот курсор, что он раздражает меня. Так, понеслась дальше. Будем дальше освобождать. Love Jamaica написано. О, здорово, Корней Корнеевич, давай. Корней, все, Корней, давай, я тебя попрыскаю, понапрыскаю тебе нахлебало. Вот, замечательно просто, прекрасно. Чтоб радиации попрыскаю, чтоб у тебя борода никогда в жизни больше не росла, все хорошо. Так, и теперь идем дальше сюда. Вот могу сказать, что могло бы поменяться, могли бы поменяться вот эти двое вот голубка, которые опять пришвартованы к стенке, просто прибиты гвоздями, блин, и совершенно не двигаются. Все, они оба готовы. Так, и теперь осталось, что осталось? Ну, осталось Лунтика Р гранатами закидать, да? Лунтик Р, так. Ну-ка, подождите. А, надо прям без конца, да? Да, я вспомнил, у меня же гранат бесконечное число, в принципе. Ну чё, как бы игра уже вот-вот сейчас закончится. Добро победит зло, ребята. И нам еще останется посмотреть, поменялась ли, может быть, концовка. Ох, ни хрена себе, подождите, я тут это, я сейчас буду потерпевшим. Лунтик Р за мной гоняется и и высасывает из меня здоровье, понимаете, какая беда-то на самом деле, а? Ой, надо сваливать. Охренеть, уже 316 пунктов осталось. Как дотянуться до сраной аптечки? Давай, аптечку бери. Ну, молодец, так, все. Вот уже 1800, так, 1823. Подождите, я немного усложнил себе задачу, наверное, потому что Лунтик теперь за мной чисто бегает. Короче, нормально я его зажал, смотрите, просто идеально, он башкой приклеился, короче, к кирпичу там сверху. И получает у меня по сраке, охренительно по сраке гранатами, в общем-то. Сейчас надо очень аккуратно его повреждать, чтобы я не пропустил там последующие реплики. Скорее всего, там, наверное, изменений не будет, но мало ли, кто его знает, потому что я ж не знаю, где конкретно тут изменения в этой игре, правильно? Так, давай-ка, 15, 13% здоровья, у него осталось 6,2. Сейчас, потихоньку, 3,9, 1,6. Оп,
Ноль. Все. Победа. Итак. Получи сранье тупое тебе за друзей. Ну ладно, но ты победил, но я не собирался их убивать. По праву тебя засудят за насилие и кровопролитие. Да, да. Концовка та же самая. Единственное, вот здесь вот у него должна быть, по идее, цифра 47, мне кажется. Раньше тоже, наверное, была 45, но цифра 47 ему больше подходит, я думаю. Все, концовка. Спасибо за игру. Я благодарен, что с интересом и любопытством, но все же прошли тварин до конца. Спасибо Декарту, если проходил ее. И вам, помните, да. В общем, вот так вот, ребята. Обновление коснулось бы исключительно технической составляющей игры. Ну, в плане там, оно как бы такое визуальное получается, это обновление. Тут добавились пилы, немножко сложнее стало управляться во время вот этой беготни. Ну, в общем и целом, игра вроде та же. Давайте посмотрим, что тут было написано-то. Кнопка «Выход в меню», добавление бензопил в уровни, исправление неполадок в главной битве, настройки в битвах. И вот это зеленое окно. Короче, все, без зеленого окна никуда прям. Такая вот, в общем, у нас обновленная месть из Ямайки 2.0, да, если можно ее так условно назвать. Надеюсь, вам это было интересно. Если так, то ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.